Этим детям в рубахах, сарафанах и запонах по 5-6 лет. Сегодня они поют протяжные старинные песни и знают, что слово «семейские» пошло от слова «семья». В Мухоршибирском детском саду «Звездочка» традициям старообрядцев уделяют особое место. Нужно, конечно, работу проводить обязательно в школах, в садах. Объяснять, да, как было вот, приглашать старообрядцев, действительно бабушек, которые вот этой культурой раньше, ну, жили этой, да, культурой. То есть сохранить можно, научить можно? Можно научить, сохранить можно, конечно. А дети же быстро впитывают. Они все быстро понимают, и им это интересно, им это нравится. Теперь сохранять культуру в селах Бурятии будут с помощью главы государства. Впервые наше общество культуры семейских выиграло президентский грант. Кропотливо поработали над ним специалисты Бурятского научного центра, Бурятского государственного университета и сельские педагоги. Мы хотим замкнуть все образование, сделать непрерывным. Для, по крайней мере, для 4 так называемых семейских районов и еще 4 районов, где компактно проживают старообрядцы, значит, с изданием учебно-методических комплексов. Я думаю, что это правильно, это сохранение традиций для наших последующих поколений. Почти 2 миллиона рублей уйдет на разработку методичек и пособий по истории и культуре семейских. Начнут внедрять такие программы с детских садов, а потом о старообрядцах будут рассказывать в начальных и средних классах. И если до 30-х годов потомки семейских плотно изучали историю, богослужебный устав и крюковое пение, то в 21 веке будет особый воспитательный подход. Сейчас, конечно, в школах богослужебный устав мы не будем изучать. Но вот именно, чтобы историю и культуру семейских, дети наши должны знать, чтобы сохраняли традиции, обычаи, культуру. Уже в этом году пособие по семейским издадут для дошкольников, а в следующем начнут внедрять в младшие классы по районам республики. Что они сохраняют культуру, вот прямо костюм национальный, как говорить, как петь, да, какие слова произносить, вот это очень хорошо. Все образовательные комплексы Общества культуры семейских планируют выпустить к 2020 году в честь празднования 400-летия протопопа Аввакума. Мария Латышева, Сергей Костенко. Новости дня. Мухоршибирский район.